Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Почему я периодически впадаю в иллюзию? Когда общаюсь в интернете с парнем, мне кажется, как будто я влюбилась на уровне ощущений. И мне кажется, как будто у этого человека то же самое. Но это не так. Может, мне просто и хочется так, но человек воспринимает меня по-другому. Даже иногда не как человека, а просто переписку. Мне почему-то стыдно становится за себя, я не знаю из-за чего, еще стесняюсь осуждения того, чем я занимаюсь или чем я не занимаюсь вовсе. Потому что начнут говорить, что вот это ты не делаешь и презрение получить не хочу. Мне не хочется, чтобы мне говорили гадости, я не могу знать наперед, кто что скажет. Что со мной не так, я слишком докапываюсь до себя. Спрашивает аноним. Ну, я думаю, что начать здесь действительно имеет смысл с иллюзией, потому что иллюзорность не появляется на пустом месте. Вот, и помимо того, что, на мой взгляд, вы боитесь таких близких отношений, вот, отношений, где вы будете как раз таки видеть перед собой человека непосредственно, а не его образ, вот. Такие отношения, как вы понимаете, вы не выстраиваете, предпочитая общаться именно в интернете. И первый вопрос заключается в том, каким образом, как так вышло, как так получилось, что общение в интернете для вас более предпочтительнее, чем непосредственно в живую. Здесь ситуация может быть связана в том числе с тем, что, например, у вас нет сформированных интересов своих, жизненных. И вы можете не знать, чем бы вы хотели заниматься. Да, и, собственно, вы можете не знать того, какие ценности вы, допустим, могли бы предложить миру, внешнему миру, вот, чтобы вы могли сказать внешнему миру и так далее. То есть, с этим может быть связано. Возможно, вы боитесь сближения, боитесь отказа, вот. Отвержения боитесь. В таком случае можно говорить, конечно, о том, что работать нужно с самооценкой, вот, с принятием себя и с вероятной травмой этого самого отвержения, которое у вас присутствует. Что касается стыда за те чувства, которые у вас появляются, то это в данном случае следствие, на мой взгляд,
следствие подавленности ваших чувств. То есть там, где влюблённость появляется вместо, например, ну, допустим, какой-то реализованности. Ага. Своей. Ну, то есть вашей. Вот. Вот там, где происходит вот эта сублимация, там же, в принципе, может появиться и стыд. А добавьте сюда некоторую проблему с вашей самооценкой, вот, проблему страхов, вот, и я думаю, многие вещи там понятны. Вот. Вы говорите, что не хотите получить презрение. И не хочет, чтобы про вас говорили гадости. А почему именно не хотите? Вам неприятно? Ну, то, что неприятно, это понятно. Никому не будет приятно подобное. Я здесь не выступаю за то, что, чтобы вам было приятно. Но вы откровенно избегаете этого. Вот. Значит, получается, что вы опасаетесь столкнуться здесь с чем-то внутри себя. Скорее всего. Вот. И, ну, вам не хочется. Вам боязно. Столкнуться с чем-то внутри себя. И вот вы, на мой взгляд, активно этого избегаете. Значит, сейчас. Вот. Именно избегать через нежелание того, чтобы вам говорили гадости или вас презирали. Чтобы не сталкиваться с тем, что вы сами о себе не лучшего мнения, что вы себя сами не принимаете. Вот. Ну, на мой взгляд, необходимо научиться и научить вас себя принимать. Тогда, на мой взгляд, ситуация будет гораздо лучше, чем сейчас. Но это работа с психологом. На этом все. Я надеюсь, что
помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи.